Привет, Стас! Министерство финансов Российской Федерации отчиталось о дефиците федерального бюджета Российской Федерации. Это данные есть на их сайте, так что вы сами поняли, читая то, что там написано. Значит, смотрите, согласно информации, размещенной на сайте Министерства финансов Российской Федерации, за январь-март 2023 года общая сумма доходов федерального бюджета Российской Федерации составила 5,7 триллиона рублей. Это на 21% меньше, чем год назад написано. При этом тут же написано, что нефтегазовые доходы упали на 45%, а не нефтегазовые на 4%. Есть такие нефтегазовые и так дальше. Но хочу обратить ваше внимание, вот если говорю 5,7. Силуанов пару дней назад, выступая, заявил, что 31 марта произошло чудо. Может быть чудо. И доходную часть федерального бюджета Российской Федерации случайно пришло 2,4 триллиона рублей. Чудо. Он, конечно, скромно умолчал. Нет, он назвал там красиво, что это в результате улучшения макро. Что же сделали? Центробанк Российской Федерации заплатил наперед налоги. Вы понимаете, да, такое бывает. Нет, давайте так, это раньше такое было. Нельзя сказать, что это что-то изобрели. Но, да, действительно, Центробанк Российской Федерации прибыльная структура. Никто не спорит. Но, честно говоря, когда платят налоги, это он заплатил налоги за весь 2023 год, например, вы скажете, постойте, а как же он заплатил, если, посчитали, прикинули, да уже поняли, сделали эмиссию. Просто действительно такая хитрость, между прочим, в Украине это тоже практикуют, не надо, не только Россия придумала. Когда Центробанк, аналитики посчитали, говорят, вы знаете, мы прикинули, что по итогам этого года прибыль будет такая. По этой причине мы решили заплатить наперед. Смотрите, по закону это не запрещено. Вы знаете, что есть такое понятие авансовые платежи. И авансовые платежи налогов существуют во всех странах мира. Не только в России, так что нельзя сказать, что здесь что-то такое ужасное. Но в данной ситуации, когда так резко 2,4 триллиона платят наперед за один день. Причем обращаю ваше внимание, что нефтегазовые доходы упали. Но основной источник наполнения федерального бюджета Российской Федерации это нефтегазовые доходы. Опять же, информация из этого. Почти 76% всех доходов федерального бюджета это нефтегазовые. И получается не упали. Да. Я понимаю, что информация, которая была до этого, она показывала довольно большой дефицит. Для того, чтобы спасти ситуацию, договорились с Центробанком, что он сделает эмиссию, объявит, что он добровольно захотел заплатить наперед, и тем самым, спас ситуацию. Молодец. Я понимаю, что Набиуллина, наверное, очень ругалась. Понимаете, это не очень удобно. То есть, тем более, она как бы отвечает за эмиссию, потом же ее будет пинать. Между прочим, одна из причин, почему такая ситуация на валютном рынке, вот за счет этой эмиссии. Да. Понимаете, эти 2,4 триллиона, они же не исчезли. Министерство финансов получило, выплатило, давайте так скажем, зарплату бюджетникам, пенсии, перечислило по своим долгам, и они оказались на руках у населения, у бизнеса, и у банков то же самое. И банки, естественно, начали скупать долг. Да. Так что тут все довольно просто. Чтобы вы правильно поняли, почему такой ажиотаж на валютном рынке. 2,4 триллиона рублей. С другой стороны, а что было делать? Понимаете, тут ситуация. Вот кто-то скажет, не надо было. А где деньги? Вы же понимаете, просто так с воздуха взять 2 триллиона сложно. А вот Центробанк эмиссию может сделать. Он делает. Вот такая ситуация. Я считаю правильно.
Нет, я понимаю, что вот экономия, вот сразу кто-то говорит, вот нельзя, это с точки зрения макро, микро. Я говорю, стоп, ребят, есть проблема. Вот ее решили вот так вот. Но я считаю, это более правильно, чем атака петли. Ну, честное слово. По этой причине, вот я считаю, что в данной ситуации, то, что сделали, ну, в данном случае, Министерство финансов и Центробанк Российской Федерации, в этой ситуации правильно. Да, они сделали эмиссию, но тем самым спасли федеральный бюджет Российской Федерации. Спасли. Потому что если бы это не было, было бы очень тяжело. Ну просто действительно, там было приостановить выплату пенсии. Ну, вы сами понимаете, насколько это сложно. Или, например, зарплату бюджетника. Я не военный, я бюджетник. Учителям, врачам. Вот представьте, люди говорят, знаете, мы в этом месяце вам платить зарплату не будем. Ну, учителям. Ну, вы же представляете, что будет. Причем я не скажу, что там большая зарплата. Но люди, ну, представляете, это... Нет, министрам путь уверен. Там деньги найдутся. Мои зарплаты. А вот учителей, да, могли бы крыть. Но благодаря этим деньгам выплатить все. И пенсии, все. Теперь, что касается расходов. Ну, как вы сами помните, это сообщение, оно такое кратенькое, как я читаю. Расходы, ну, за январь-март 2023 года федерального бюджета, не сводного, федерального, составили 8 триллионов. Это на 34% больше, чем в прошлом году. Соответственно, если мы берем вот этих 5,7 и 8, то получается, что дефицит федерального бюджета за первый квартал составил 2,4 триллиона рублей. При этом они тут же пишут, что дефицит на весь 2023 год был запланирован на уровне 2,9, то есть 3 триллиона. То есть они спасли ситуацию. Если бы не было вот этих 2,5, то дефицит был бы 5 триллионов. То, что вы правильно поняли, фактически они спасли ситуацию, потому что если бы они не закинули эти деньги, дефицит был бы 5 триллионов. Это очень много. По этой причине, да, пришлось очень быстро делать эмиссию и спасать федеральный бюджет. Спасли. Ну, дальше здесь в сообщении пишут о том, что средняя стоимость цены нефти Урал, имеется в виду, российской нефти оказалось ниже, чем планировали. Здесь 47 долларов за баррель. А планировали 70. Ну и дальше то, что надо пересчитать баланс, потому что, ну, учить. Ну, то есть, тут дальше не пишут, что было допущено это самое, надо пересчитать теперь доходную часть, потом с учетом новой, соответственно, цены на нефть и так дальше. Ну да, не спорю, нам, естественно. Тут спорить не буду. Хотя сейчас цена на нефть поднялась. Я, правда, не смотрел, почем нефть Урлс. Потому что Урлс дешевле. Он аж идет с дисконтом, чем вот этот Брит. Так что здесь дешевле. Но в данной ситуации вот такая вариант. Ну, что вам скажу? Молодец Силуана и Набиуллина. Действительно молодец. Спасли ситуацию. Потому что если бы они не сделали эту миссию, то 5 триллионов была бы дырка. Ужас. А так, да, за счет эмиссии они спасли. Да. Это, конечно, повлияло на валютный рынок. Да, это повлияет и на цены. Понимаете, почему всегда очень плохо относятся к эмиссии? Еще раз говорю, эмиссия так или иначе залазит в цены. Даже если она не заметна. И цены растут, даже когда кажется, ну все нормально. Вот как они выросли? Да. Вот такая ситуация. И почему действительно, ну, как министр финансов это за. А вот глава Центробанка всегда против, потому что он за это отвечает, и потом начинает ее говорить, вот, вы сделали неправильно. Ну, неправильно, а что было делать? Вот такая вот ситуация. Так что вот такая вот информация для понимания. Будут данные про Украину, расскажу. Нет про Украину пока данных. Будут, расскажу, что у нас за первый квартал и с нашим бюджетом. А пока про бюджет России. Спасли. Ну что ж, молодцы. Убайт. До свидания.